Настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Многие девушки задаются вопросом, где же найти настоящего мужчину. Рестораны, театры, спортивные клубы, сайты знакомств давно изжили себя, как площадки для поисков. И кто же мог подумать, что своего настоящего мужчину можно найти на конкурсе красоты с одноименным названием. Он назывался раньше «Мистер VIP». И в этом году мы приняли решение его переименовать, потому что ты уникальный в этом году. Это наш глобальный, самый мощный проект. Исполняется 10 лет, и в честь 10-летия мы решили переименовать наш мужской проект, назвать его «Ты настоящий мужчина». Они приходят к нам в первую очередь не для того, чтобы доказать кому-то. Они работают над собой. Это выход из зоны комфорта, это новые знакомства, новые активности, новые связи. Поэтому многим молодым людям хочется вырваться там, из рутины, попробовать впервые потанцевать, походить на какие-то мастер-классы. У нас были мастер-классы и спортивные, и по этикету, и по психологии. То есть мы занимались с ними достаточно плотно. Врач, фитнес-инструктор, программист, бортпроводник. Всего перед судьями предстал 31 участник. У каждого свои представления о том, каким должен быть настоящий мужчина. Я думаю, чтобы он был храбрый, уверенный в себе, мог постоять за свою любимую даму, ну и любил. Да, мужчина – это не только, естественно, так сказать, личность, но и, в принципе, командный игрок. Поэтому я считаю, что нужно уметь создавать как раз таки и себя, и свою команду. Ответственность в первую очередь, терпение, быть сильным. Мужеством, ответственностью за себя и за свою семью в первую очередь. Ну, отвечать за свои поступки. Ну и дарить всем счастье, любовь. И заботиться о своих родных и близких самих. Ответственность. Дисциплинированность, нежность, позитив. Ну, много качеств, которые должны быть в мужчине. Кроме силы и мужественности, еще одним важным качеством является, умеет ли мужчина быть настоящим другом. Кстати, поддержка родных и близких добавляла конкурсантам баллов. Я знаю этого человека уже не первый год. Мы с ним коллеги, и помимо этого, хорошие друзья. Знаю его поступки, знаю о его жизни, наверное, больше, чем можно увидеть в этом конкурсе. И большего настоящего мужчину, наверное, нужно поискать. Во-первых, я его уже достаточно давно знаю. И он действительно во многих ситуациях в жизни проявляется как настоящий мужчина. Я считаю, что настоящий мужчина даже для девушки друга, это в первую очередь помощник, наставник. Где-то он может помочь, где-то дать пинка, так скажем. Это настоящий мужчина с большой буквы. Ему просто нет равных. Он с дочерью моей очень хорошо относится. Он все делает сам в жизни, никого не надеется. Только он. И вот пошел участвовать. Красивый он у нас. Самостоятельный. Самым настоящим мужчиной и победителем конкурса стал Владлен Кирилюк. Но, может быть, маленькую победу над собой совершил каждый, кто в этот день вышел на сцену.